Направо. Захаров Александр Николаевич. Захаров Александр Николаевич. Дата рождения? 17.03.69. 17 марта 69-го. Да. Место жительства? Город Железногорск-Илимский, Иркутская область, 7.1.99. За что доставлено в полицию? По подозрению в преступлении. Статья? Статья 111, часть 4. Ранее судимый? Нет. Татуировки Шамовича? Нет. Рост? 1.79 м. Панфилов Иван Сергеевич. Дата рождения? 28 октября 1975 года. Сюда поверитесь. Фамилию, отчество назовите. Солоков Аркадий Викторович. За что задержаны? За тяжкое преступление. С фиолетовым лаком, с учетом там. Тоже его фамилия. В 2000-х годах на территории Нижнеинского района и города Железногорск-Илимский действовала преступная группа, руководителем которой являлся Захаров. Занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей. Где-то в районе 2003 года Захаров решил усилить свою преступную деятельность на территории данного района и создать на базе действующей преступной группировки преступное сообщество, в которое вошли несколько преступных группировок, имеющих свою специализацию в различных преступлений. Это такие преступления, как вымогательство, угоны, поджоги. То есть ими осуществлялись, высказывались требования предпринимателям о передаче денежных средств за осуществление своей предпринимательской деятельности законной. И для того, чтобы под их покровительством они осуществляли деятельность и платили внешние денежные средства, они осуществляли запугивание, угрозы. Наиболее эффективным способом для этого они забрали поджоги имущества, либо там, магазинов, автомашины и подобные вещи совершали. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 2013 году были задержаны наиболее активные участники данного преступного сообщества, в том числе организаторы и лидеры этого сообщества Захаров, после чего был проведен значительный объем следственной работы, проведено более 400 допросов, также выполнен ряд судебных экспертиз, что позволило добыть достаточно доказательств для предъявления обвинения более 16 лицам в совершении преступления в составе преступного сообщества.